И сейчас в центре британской столицы начинается траурное мероприятие в памяти погибших. И Лондон на прямой связи со студией. Оксана Кундеренко весь день в гуще событий. Оксана, здравствуй. Расскажи, какая обстановка в городе и что говорят британские полицейские? Добрый вечер, Катя. Я не успела сказать в сюжете, что вчера с вечера, всю ночь и вот до сих пор полиция проводит очень масштабные рейды. Обыскали несколько домов, где могут находиться личности потенциально опасные, и таких людей задержали. 8 человек. Обыски происходили в Лондоне и в Бирмингеме. Там как раз жил Хамид Масуд. Сейчас пытаются выяснить как можно больше деталей о нем самом. Интересно, что еще с 1983 года он был в поле зрения правоохранителей, задерживался за хулиганство, за владение холодным оружием. И даже внутренняя разведка Ми-5 за ним следила, как за человеком с экстремистскими взглядами. Неужели не смогли предугадать? Хотя все здесь говорят, что террористов-одиночек очень сложно вычислить и надеются, что теперь никто из них не решится на очередную атаку. Киев. Спасибо, Оксана. Это была Оксана Кундеренко из Лондона.